предлагаем не просто строить вместе привычные типовые школы. Мы предлагаем совместно реализовать проект системы эффективных школ. И общий уровень образования всегда важен для создания экосистемы знаний. Сама среда, которую мы должны сегодня создавать, мотивирует наших маленьких граждан к получению образования. В случае со сферой образования именно государство может стимулировать спрос на продукт, создаваемый бизнесом. Я могу с уверенностью сказать, что уже сегодня бизнес готов инвестировать в образование.